Здравствуйте, дорогие друзья! Я Акулевский Василий Андреевич, преподаватель Центра исследования безопасности информационных технологий. Я сегодня хочу вам рассказать о новом курсе «Криптография в блокчейне». Тема на сегодняшний день чрезвычайно горячая, интересующая огромное количество самого разного рода специалистов. И технических специалистов, и программистов, финансовых специалистов, юристов, криптографов, специалистов по безопасности. На сегодняшний день мы знаем и слышим в основном о том, что это валюты, криптовалюты. На самом деле это не так. Распределенные реестры – это новая технология хранения информации, это новая технология управления этой информацией. Благодаря такой новой технологии информация может храниться практически вечно и неубиваемо, и ее хранение будет ограничено только техническими возможностями. Все это происходит благодаря применению, с одной стороны, математических методов, позволяющих находить консенсус между различными процессами, и с другой стороны, криптографическими методами, которые обещают, что эти данные будут целостными, и они обеспечивает авторство тех, кто формирует эти данные. И именно эти вопросы будут освещаться в нашем курсе. При изучении этого курса вы узнаете, что такое распределенные реестры, как они формируются, как принимается решение о включении новой информации в цепочку. Вы узнаете о том, что такое майнинг, вы узнаете, что такое криптовалюты, вы узнаете о том, как эти валюты взаимодействуют между собой. Вы получите представление о совершенно новом явлении, таком как смарт-контракты. В рамках изучения этого курса вы получите навык самостоятельного формирования криптокошелька. Вы получите навык обмена валют из одной криптовалюты в другую. После окончания курса вы сможете развивать новый бизнес, вы сможете развить свой собственный уже существующий бизнес, вы можете получить новую специальность, которой у вас раньше не было. Для того, чтобы сделать этот курс удобным для всех слушателей, мы его предлагаем в форме вебинара. Мы приглашаем вас к нам на курсы в учебный центр ЦИБИТ.